Всем доброе утро. Сегодня у нас 22 января. Я еду на работу и везу посылочку Бактус и взяла себе кофе в благодарность за то, что я наконец-таки у меня появились заказы, я его выполнила. Я уже вам говорила, что я себя благодарю за вот такие вот проделки. Привет! Сегодня у нас уже следующий день, 23 число. И посмотрите, что у нас тут творится. Просто негде просто идти. Везде лужи, 0 градусов, и все течет. Какой-то кошмар. Просто дорог нету. Вот, так что ужас, конечно. А я себе еще тут зашла сейчас в кафешку, взяла себе кофе, и за... Это мой все-таки любимый кофе. У меня была небольшая пауза. И взяла себе еще шоколадку Твикс. Давно не подключалась. Что-то как-то заработалась, замоталась. Не видно. В общем, по работе, что у меня? Бактус я отдала. Второй бактус вяжется. Но я сейчас тут немножко сделаю паузу. Думаю, если в субботу пойду на тренировку. Сегодня у нас, кстати, четверг, 25-е. Так, начала снимать для мастер-класса повязку на заказ. На голову повязка будет такая же, как я вязала, коричневые две. Я в прошлых влогах показывала. И сейчас у меня была пряжа Merino Deluxe 50 от Ернарта. Это у нас 50% шерсть, 50% акрил. 100 грамм на 280 метров и цвет 501. Вот. Я думала, что она будет белая, она такая немножко кремоватая. И я хотела делать один процесс, долгоиграющий, но решила для начала, что-то мне захотелось связать себе шапку. Я не знаю, показывала, вам не показывала. В общем, я вяжу шапочку. Не смотрите, что она большая, и она небольшая. То есть вообще она будет, ну, как бы на выверт вот так. То есть узор будет вот такой вот. Мерю, показываю. Будет вот так. Будет где-то, наверное, она до сюда. Ну, не знаю, посмотрим, как она пойдет. Что-то я давно не вязала шапки, поэтому не помню, как оно должно быть уже по этому. Но что-то примерно вы поняли. Так. Сегодня был очень интересный случай. Я о нем расскажу, о этом подарке судьбе. Расскажу вам в следующей части чуть вот попозже. В общем, все, в принципе, работа, вот, шапка, повязка для мастер-класса, первая часть связана, снята на, уже снята, осталось тут довязать еще одну часть, это вот эти зигзаги, и последняя часть такая же, как и первая, так что и будет готова, она стала постирать и отдать клиентке, и тогда у меня остается бактус, я думаю, что на выходных я его оставлю, и шапка. По планам пока вот так. Потому что... Ну и тот шаль, который... Ну это, я сказала, я не хочу приурочивать это срочно-срочно что-то вязать. Я вам показываю. Сейчас покажу. Вдалеке. Это я вам говорила, по-моему, это из остатков пряжи. Ну, пряжа какая-то была у меня собрана. И что-то еще, то, что осталось от бабушки. Вот решила вот такой вот шаль вязать. Она тут из разных мотков, поэтому такая какая-то такая будет, как я говорю, сборная слянка. Вот. И, кстати, купила себе, точнее, мне был такой этот массажер. И тут я на выходных очень много вязала, вот этот бактус довязывала, что руки стали просто немножко уже болеть, до такой степени вязала. И знаете, я поняла, что я тут посмотрела упражнение в интернете. Какой-то свет, какая-то странная такая. Вот так, может, будет лучше. Вот так вот вязала, сжимала. Он не сжимает, то есть, ну, как бы нельзя его сплющить, но очень хорошо вот так вот поделать. И действительно, руки перестают болеть, поэтому у меня он теперь, это как мой такой палочка-выручалочка, такая вот такой вот мячик. Вот сижу, когда у меня есть время. Пару дней я вообще не вязала. Что-то какое-то настроение такое было не очень
Но сейчас я вставлю кусочек видео, то, что сегодня у меня случилось. Подарок судьбы. Это было сегодня днем. Так что так вот. В принципе, все, что рассказала. Пошла дальше вязать. Сейчас от бабушки дочка придет. Была сегодня в гостях у бабушки. Ну, после садика. Да, в принципе, все, что хотела, рассказала. На заправке я выиграла вот такой вот новый номер LMT-карточка. Не знаю, мне он пока не нужен, но я думаю, что когда-нибудь пригодится. И бесплатное кофе. Мне написали, что мне его подкупил предыдущий покупатель. Спасибо большое предыдущему покупателю. Я благодарна этому вам, Аннетте. Всем привет! Сегодня у нас уже воскресенье, 28-е. У меня есть готовая работа. У меня есть готовая шапка. Честно говоря, конечно, я думала, она немножко другая, но она кажется такая вот. Ну, в принципе, такую я и хотела. Давайте я вам покажу. Одену и покажу, как она выглядит на мне. Ну, такая просто. Просто шапка. Мне очень нравится узор этот. Ну, просто вот такая вот шапочка, шапулька. Она, я уже рассказывала, что это у нас полушерсть. 50% шерсти и 50% акрил. Вязала я ее из пряжи Merino Deluxe. Ернат Merino Deluxe 50. И думаю снять на нее потом мастер-класс. Так что еще одна готовая работа. Я в этом году записываю все свои готовые работы в блокнот. Их уже хорошее количество. И сейчас надо тогда закончить уже. Я почти сняла мастер-класс на панамку. Повязку на голову такого цвета. Из Газал Рок-н-ролл. Так что осталось мне совсем чуть-чуть. И мастер-класс будет на канале. Так что я думаю, что уже совсем скоро, вот-вот уже мастер-класс будет на канале. В принципе, все, пошла работать. Вечером хотим поехать еще с дочкой гулять там по аллее. Так что еще немножко с вами засниму, и тогда уже буду с вами прощаться. Так что вот так. Пошла дальше снимать. А вот и я. У нас уже сверкает. Темно уже. Дочка с хот-догом. Мы поехали на световое шоу в Иманту. Мы ищем в сережках новых. Шапку Мамуля. Взяла с собой на всякий случай. Мало ли, может быть, будет холодно. Мамуля. Я замерзла. Пошли. Мы сейчас пойдем.